Яночку надо, мужики. Гэты чатырохпавярховы будынак магілёўскага анкалагічнага дыспансера на стадыі завяршэння. Яго плануюць увесці ў верасні. Ён разлічаны на 8 аперацыйных блокаў, у якіх кожны дзень магчыма праводзіць да 20 аперацый. Это очень важный, нужный для населения, для региона объект. Это действительно объект, который позволит и спасти жизни, и оказать своевременно необходимую медицинскую помощь тем, кто заболел вот таким страшным недугом. Працавалі на суботніку і ў Магілёўскім парку пад Міколя. У гонар юбілею горада жыхары высадзілі 750 саджанцаў ліставых дрэў. Гэта гістарычны момент. Закладка парка ў юбілейны год для горада – это очень значима, понимаете? І вот работаем мы по всему периметру. Смотрите, вся парковая зона практически охвачена людьми. Люди пришли по своему желанию, по призванию, потому что это действительно закладка хорошего парка в нашей центральной части, то, что давно могилевчане мечтали. Будем облагораживать свой город, чтобы был зеленый, красивый, чтобы гости нашего города приезжали, любовались, особенно кто давно не был в нашем городе, видел, какие здесь произошли изменения в лучшую сторону. Хоть погода нелетная, но отличное настроение. Деревья садим для будущего поколения, для нас, для будущего поколения, чтобы было зелень, чтобы было красиво, чтобы был чистый воздух. Дарэчы, только коммунальные службы в области по выниках субботнику вывезли 558 кубометров смети и сами высадили 3181 древо. В область зарабила 797600 рублей. Гроши у темлеку будут накированы у социальную сферу на поляпшение материальной базы установ дошкольного навучания, ремонт дитячих оздоровленчих лагеров, часть сродков пойдет на доброупорядкование места у воинских похований. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, новини региона.